нас написано о предательствах и где-то на антисоветчиках. Ну вот сейчас мы попробуем спеть, я целоваться знаю, но так я держу для порядка, потому что не так просто. Запомните, это все очень тяжело. Называется «Баллада «Красный треугольник». Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать. Вот стою я перед вами, словно голенький. Но гулял я, было с Нинкой, тети Пашиной, и в Пекин ее водил, брал в Сокольники, и поясок ей подарил поролоновый, и в палату с ней ходил в Грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время пребывала за границей. Вот вернулась ей в букет, она Ниночка, фотоснимок на нем. Я и Ниночка, утром встал я, глядя, нет моей кисоньки, ни вещичкой нет, ни записоньки, ну прям нет, как нет. Я к ней прямо в ЦСПС, в ножки падаю, говорю, что все во мне переломано. Ты прости, что я гулял с этой падлою, уж извини меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, вся стала черная, я на слезы на твои ноль внимания. Ты мне, Лазарь, не пой, я ученый, тут людям все расскажи. На собрании, и кричит она, дрожит, голос слабенький, а хлорик тут как тут, каплют капельки. И Тамара Шестопал, и Васька Дерганов, и еще тут референт, что из органов. Тут как тут. В общем, ладно. Прихожу на собрание. Дело, помню, как вчера. Было первого. Бюллетенщик, конечно, взял заранее. И листочки с диспансера нервного. А Парамонова сидит вся в желтом шарнике. Как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос «Свободу Африки». А потом уж про меня части разные, а впервые все в буфет со сардельками. Я бы тоже взял кило, да плохо с деньгами. Как вызвали меня, забыл от робости, а из зала мне кричат, давай подробности. Ну прям все как и есть. Ну что ж говорю, что тут говорить, что тут спрашивать. Вот стою перед вами, словно голенький. Да, гулял я, было с ним, тетя Паша. И в Пекин ее водил, брал в Сокольники. Но ведь в моральном, говорю, в моем облике есть растленное влияние Запада. Ведь живем же, говорю, и на облаке. Вот и все, говорю, соль без запаха. Я на жалости брал и испытывал, и бумажку, где я псих, им зачитывал. Вот поздравил меня с воскресеньем, закатили строгача с занесением. Ну прям черти что. Взял тут я цветов в букет покрасивее, встал так и ездил на Р7 для начальников. А Парамонова как вышла, стала синяя, села Волгу без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я тете Паше говорю, мол, ждите вечера. А она мне говорит с аморалкою, вам, товарищ дорогой, тут делать нечего. И племянница моя, Нина Савишна, она думает про то же самое. Она нынче всю морковь свою продала и сама по месту жительства отбыла. Но прям черти что. Я тогда скорее в райком шлю записочку. Мол, прошу принять, по личному делу я. А у Грошевой сидит моя кисточка. Как увидел меня, все стало белое. И вот
сидит за столом с нею рядышком и с улыбкой говорит: товарищ Грошева. Ну, сказал Толстой, потолстой торгача, ну, ладушки, помириться вы теперь по-хорошему. И пошли мы с ней тогда рука об руку, и пришли мы с ней в Пекин, как по облаку. Она выпила бюссо, а я перцовую, за советскую семью образцовую, ну прям вот.